Да, сам как позвать? Да. Салам алейкум. Подписчики приехали ко мне, надо же. Сухой? Да, нет, нет, Башки. Братишка. Ладно, давай, перезвони, я тут говори. Привет всем. Хоть привет, ты же с Башкирии, ты чё? Салам алейкум всем. Конечно, но... Вот, приехал Филат в гости. Филат нас радостно встретил. Спасибо ему. Респект, уважуха. Пожалуйста. Как там? Поднялись вот на гору, сидим. Да, Ран классное пьем. Место здесь вообще. Смотрите. Вот, сидим, отдыхаем. Приехали на машине с Башкирии, вдвоем с братишкой. Вообще классно, шикарно тут. Отдыхаем, мир смотрим. Что, на YouTube будем выкладывать? Выкладываем. Отлично. Давай, реклама. Автоэлектрик. Автоэлектрик, диагноз Чептини, город Баймак, Республика Башкортостан. Зовут меня Газиз. Есть страница ВКонтакте, также есть сайт. Inchservice.ru. Ух ты! Это мой сайт. А мы ссылочки ставим потом. Обращайтесь. Любая проблема по автоэлектрике поможет. Ну, молодец вообще. У меня учился. Частично. Да, да. Я не претендую на звание суперучителя. Нет, Филат, спасибо тебе. А доброго Серегу знаешь, тоже мы не учим? Да, знаю. Тоже смотришь? Смотрю. Ему тоже привет передай. Серега, добрый, привет. А, всем привет передай. Всем привет. Большой, большой привет. Ну что, наверное, все. Вот пальмы тут, все дела, короче. Классное место. Погода шикарная, прямо балует. Да, море. Не так жарко, как все думают, кстати. Да, да. Море вообще парное молоко. Море чистое, людей много, достаточно. Все относятся хорошо. Нету ничего, никакого такого. То, что с Россией или какого-то отношения нет плохого. Все. Кстати, всем... да, что-то все спрашивают, как относятся. Блин, да. Замечательно относятся вообще. Какая разница, вообще, кто даже откуда. Сюда доехали ни разу, даже ни один полицейский не остановил, даже никаких разговоров, ничего не было. Дороги отличные просто. Местами даже разгоняешься, смотришь 170, ой, думаешь, надо сбавить. Дороги шикарные просто. Так что приезжайте, не пожалеете. Ладно, меня сними еще. Да, я сегодня такой лысый, короче. Постригся. Вот. Немножко стиль поменял. Всем валейкум ассалям. Всем пока. Приезжайте к нам в Турцию. Всем пока. Счастливо.